Всем привет! Кто меня смотрит и кому это интересно? Хочу в этом видео запечатлеть все свои дендробиумы, которые цветут на сейчас. Так, вот это Виктория Регина. У меня есть о ней отдельное видео. Я дам ссылку на плейлист, и можно будет посмотреть ее поподробнее. Значит, сейчас у нас август, 20 число. И она уже почти доцветает. Выгорает на солнце. Солнце в этом году выгорает всех. Так, дальше. Тут у меня еще цветет мой херкоглоссум. Ох, как зацветет на следующий год, красота будет какая. Кто у меня еще цветет? Ага, вынесла я на фотосессию своего старикашку. В общем, это секция латурия, гибрид, кто с кем, не помню. Я его в каком-то видео показывала, 8 цветоносов у него. 8 сельдобуль, которые цветут. Вот он наконец-то весь открылся. Но его трудно показать и снять. Так, еще и я тут со своей тенью лезу. Потому что цветы у него поникшие. Вот такой интересненький товарищ. Так. У него цветочки. Ну, сначала были бутоны такие шероховатые, как немножечко колючие. И сейчас вот эта нижняя часть на лепестках тоже шероховатая. Сейчас попробую, как колючки, как дикобразик, снять, увеличить, показать. Заметно, правда? Наверное, это такое средство самозащиты от кусочек насекомых. Но вот правда хочу сказать, что вот на нем и на остальных, которые у меня из этой секции, да особо их так никто и не грызет. Ну и листья у них немножко пожестче, чем тех, которые грызут. Вот такое со стороны это зрелище. Красивый, конечно, дендр. Интересные цветы у него, но вот снять красиво не получается. Как я уже сказала, поникшие цветы. И не знаешь, какой найти ракурс так, чтобы можно было их красиво показать. Я уже пыталась его и так, и на улице, и в теплице. Но вообще он живет у меня в теплице. Это так, временно. Но цветы очень красивые. Ничего не скажешь. Как же его снять красиво, показать? А никак. И солнце мешает. Вот такой он высокий друг. На каждом цветоносе по 4-5 цветочков. Вот даже 6. Ну и тут же рядом с ним мой Sunrise. Да, цветет хорошо. Он вечно цветет. Там еще одна цветобурба начала цвести, и цветочки вон видно. Это не увядшие цветочки, это не так распускаются. На солнце плохо. И сам он. Как-то я в каком-то видео показывала, были цветы бледные-бледные. А вот сейчас вот они опять уже розовее стали. И красивее. Как меняется. И это же все на одной псевдобульбе. Он так цветет, цветет. Так, ветер реально мешает снимать. Это такие цветы. Они не сильно крупные, но их много, и он такой весь нарядный, красивый. Так, тут же опять у меня начал цвести один из манилиформы. Цветочек только-только начинает открываться. Его самого не видно.
Тут уже был один цветочек, это другой. Ветер не дает снимать. И тут у меня еще висят два дендра. Значит, один мой паучок. О нем есть отдельное видео. Ставлю ссылку. Он у меня давно живет. Часто цветет такими гроздьями большими. И у меня есть видео за прошлое лето. Прям было больше цветов. Цвели больше старые бульбы. Сейчас все старые бульбы свое отцвели. И это более молодые цветут. И вот этот красавец. Вот как долго он цветет. Я его показывала, наверное, месяц назад. Или больше даже. Где-то даже на заставке какого-то видео он есть. И вот он все цветет, цветет и цветет. Такая прелесть. Сейчас я ближе к ним подойду. Вот такая гроздь. Значит, многие пишут, спрашивают, есть у вас дендробиум хибики? У меня хибики нет, отвечаю. У меня есть родственник его, один из родителей у них одинаковый. Только хибики ж среднего размера, маленькие. А мой, посмотрите, какой слон большой. Псевдобульбы больше метра. И с каждым годом они все больше и больше и больше растут. Вот еще одна псевдобульба цветет. Он такой же беспроблемный, такой классный. Вот, готовимся мы к следующей. Кто-то нас тут покушал. Всех их тут кушают. Обрабатываемся, но все равно кто-то кого-то кушает. А вот листья обожглись. Этот никогда на солнце не горел. Он загорал. Вот видно, да, молодые, которые вот уже больше в тени. Вот молодые бульбы, они... зеленая. Растут, и сейчас солнце на него так не попадает. А вот когда конкретно на солнце, они вот такие превращаются в такой вот цвет. Видно, что загорают хорошо. Вот тоже. И это тоже. И никогда не горели. А вот еще и молодые листья попали под раздачу какого-то солнца. В общем, я даже не успеваю. Не могу понять, когда. Тут солнце вечернее. И неужели на вечернем солнце можно так гореть? И эта красота. Ну какой же он красивый. Он стал совсем другого цвета, более такой персиковый, насыщенный, с возрастом. Цветы стареют, вот реально у него цветы стареют. Кто-то цветет 2 дня или 3 дня, а этот так долго и более интенсивный такой окрас становится. И вот этот. Это конкретно букетик красивый. Значит, у кого место есть, будет несколько раз в году. 3 раза точно цветет. Ну как, не так вот с Нового года до Нового года. А вот в какой-то свой период 3 раза в год тут цветет. Когда его показывала? Весной, по-моему, он цвел. До этого летом цвел. Вот опять летом цветет. И цветы похожи тоже, как и у хибики. Сами цветочки, это гроздь такая у него. Большое такое соцветие. И ах, от солнца как отливает. Искрятся так цветочки красиво. И чем-то с хибики тоже похожи цветы. Вот солнце придает такой разный оттенок. Значит, у него такая алая серединка, губа вот алый и такой красивый рубиновый цвет или фуксия, сами лепестки. Ну, такой классный розовый мячик, дендробиумовый. А у меня есть еще такая коклейка, тоже так цветет на одном цветоносе, много цветочков, они тоже не крупные, но желтенькая, с язычком розовым или красным, не помню. Тоже так здорово смотрится, у меня даже в имени и есть там какой-то мячик в ее названии. Был бы еще вот этот таким мячиком цвел, тоже бы здорово было. К
Как только солнце, так сразу и искажается изображение. Он какой красивый. Я его так люблю. Он столько уже от меня всего натерпелся, но растет и цветет, и на меня не обращает внимания. Принесла я сюда, в это место, еще парочку своих, чтобы показать вместе форму цветов, разнообразия, размеры псевдобульбы, маленькие и большие, цветовая гамма какая разная. В общем, дендры, это я уже говорила, еще могу бесконечно о них говорить, это моя страсть, я их обожаю. Они настолько разные, и если их много в коллекции, ну даже если немного, если там из какой-то секции парочку или какие-то гибриды, они почти всегда цветут. Посмотрите, совсем другая фигура, такой весь изящный. Вот у этого цветы такие поничные, поникшие, красивые, совсем другая форма. Вот как клювик или как хищник. В общем, их сравнивать можно, разные эпитеты находить. Такое разнообразие, такие красивые. Как другие их раньше не замечали. А у меня это была сразу первая любовь, дендры. Посмотрите, Регинка какая. Сейчас я ее попробую. Мне кто-то говорил, а как будет с желтым дендром сравнить? И мы сейчас сравним вот с этим. Персиком. Желтый цвет и синий цвет. Ну, она, конечно, не синий цвет, она желто. Ой, она фиолетовая, сине-фиолетовая такая. И этот какой мячик красивый. И по-разному цветоносы растут, по-разному форма цветов и соцветия разные. Вот соцветия у того гибрида, который я не помню, как зовут, и у этого. Вот смотрите, какие они разные. Ну, в общем, я их буду показывать и отвечу на парочку вопросов, которые мне задают. Содержание какое сейчас у меня с ними. Если, допустим, температура плюс 8 ночью, заносить их или не заносить. Значит, я скажу, какое содержание у меня, а вы послушайте, сделайте выводы и уже решайте сами, как вам. Значит, сейчас еще лето. Ой, посмотрите, Регина с этим. Ой, красота. Красный, синий. Ну, сине-фиолетовый и желтый. Прелесть. Значит, лето продолжается. Еще не закончилось. Хотя у нас уже было холодно. И температуры тоже были плюс 8 и плюс 11. И пока дневная температура плюс 18 и выше, все гуляют на улице. Какой полив у меня в это время? Поливаются все с утра. Кто-то больше, кто-то меньше. Там в зависимости от кто как растет, в каком субстрате, на каком блоке. И если ночные температуры уже прохладные, то я их на ночь не поливаю, а слегка могу освежить. Не могу, а освежаю. Потому что все-таки те, которые растут на блоках, высыхают очень быстро. И получается влажность нижняя, ночная нормальная для них. В общем, тоже опять поливаю тут и дорожки, и траву. И влажность нормальная, им хорошо. И с утра опять. То есть сейчас намного легче. Я теплицу опять побрызгаю, закрою, делаю им парилку. Они там напитываются в этой бане, там почти 100% влажности. Потом все открываю, они высыхают и так до вечера. Ничего сложного. Вот этот красавчик, но никак он тут не смотрится с ним вместе. Этот такой весь раскидистый, широкий. Что значит уже взрослые растения? Тут цветут всегда хорошо и пышно. И с каждым годом все больше и больше. Вообще вот эта секция, они такие цветуны ого-го. Ну и долго у меня гуляют. Кто долго гуляет, я, наверное, потом еще сделаю видео, покажу позже. Кстати, вечером, если температуры такие низкие, я могу поливать лекасты, цимбы, некоторые дендробиумы типа нобелей. Кого еще... Ну, в общем, те, которые любят прохладные температуры, и кто растет в горшке, и кто растет на блоке тоже. То есть это не страшно. Посмотрите, Регина, как классно смотрится с этим. Оранжево-персиковый он сейчас, такой цвет у него красивый стал. И это у вас совсем другой. И вот два. Ну, в общем, букетики у всех разные, все такие красивые. Могу о них бесконечно говорить, сравнивать, показывать. Посмотрите, Регинка загоревшая какая.
Она и на белом фоне, с белым дендром смотрится такая. Все к ей к лицу. И с этим розовым мячиком смотрится. Вон как они. Вот длинное видео получилось. Я же уже говорила, могу о них говорить бесконечно. А вот это моя прелесть. Мой гибрид, который впервые зацвел. Так долго я ждала его. Вообще не смотрелся с ними там. Его не видно его на фоне тех. Поэтому я его покажу здесь отдельно. Какой он же все-таки красавчик. Я так рада, что он у меня есть. Вообще люблю еще гибриды. У дендров такие бывают. Ох, да не всегда всех купишь. И маленькие, и компактненькие, и ароматненькие. И такие цветы выразительные. Ну, просто прелесть. Он такой весь, как пусечка, как игрушечка какая-то. Заболталась. Как всегда, всем хорошего настроения. Удачи всегда и везде. Пусть ваши дендры, и не только дендры, цветут и радуют. Пока-пока.